Надо камеру подальше сделать, чтоб я... Вот, а теперь я вижу... Эй, иди сюда, бэби падла. Ой, Йода. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, Утыч, Абгай, Нига, IP, создатель Google. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Сегодня мы решили записать на карте, получается, это у нас что? Торговый центр. Я буду играть за Monster Henderson, а пацаны должны максимально долго прожить. Если пить, укушите, при этом аппетита. Опа, то тут получается очень много нычек. Я думал, тут будет пару помещений, а тут еще коридоры. Серега! Ты специально мне эту карту конченую сделал? Да, я специально для тебя разработал, чтобы ты меня фиг нашел на этой карте. О, подождите, тут кто-то есть, по-любасу. Дима хочет убить кого-то. Конечно, я это и сделаю сейчас. Ага, я тут, наверное, не должен быть, да? Дима не убьет никого. Все сказал? Тут на карте бензопила есть, представляете? О, это моя. А почему так сделал разработчик? Будем знать, что тут есть, получается, свой режимчик. Сейчас будет страшно. Ну там бензопила просто лежит, ее, наверное, взять нельзя. Просто как скин крутится в воздухе. Так, 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 я преследую Спанч Боба. Подожди, а, вон, вижу, вижу, вижу. Надо камеру подальше сделать, чтоб я... Вот, а теперь я вижу... Эй, иди сюда, бэби падла. Ой, Йода. Ты чё, под воду заныкалась? Слышь, ты такой маленький, тебя реально плохо и на вас вижу. Где ты? Эй, вы угораете надо мной специально, что ли? Офигенно, нычки я дошел. Эй, я знаю, где ты. Ты вот здесь вот сидишь. Блин, я знал, что ты там, я знал. Я видел, как ты туда забежал, но не выбежал почему-то. Эх ты, жопа! На-на-на-на-на-на-на-на-на. Спанч Боб. Максимальное преследование включено. Эх, блин, я так долго прыгаю, как кусок говна. На! Блин, плохо, что мой урон не проходит на расстоянии. Приходится прям догонять. Так, пацаны, а где остальные? Что, заныкали все, что ли? Конечно. Так, я запомнил Серегу в лицо. Так, 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 нет. Тут я был. Здесь я не был. Ой, вижу, вижу. Эх, надо было бить на Верочку. Эх, по-любому кого-то замочу. Ну, должен же, ну. Ой. А чё он забанился? А, я думал, когда я бью, получается, выдается бан. Вот это бы, представьте такой режим. Один удар, один бан. Слышу, слышу, слышу. И бегу. Эй, выходи, подлый трус, я к тебе. Эй, я буду ломать тебе тут всю посуду. Подла, выходи. Ого, у тебя тут компьютер разламывается. Эй, стул, не дерись. О, я на Е могу предметы брать? Вообще жир. Подожди, подожди. Ты же тут был. А, ты вышел в эту дверь. Вот дерьмо, блин, я его ищу там. Димас такой ходит по магазину, такой, так где это говно мне нужно, нет его, а тут Спанч Боб к нему бежит. Ну? Баранки гну. Ну, пацаны, я не могу никого убить, вы меня троллите. Как вот раньше? Возьми кого-нибудь, кто сможет убить. Ой, ты знаешь, как вы говорили раньше, вы меня троллируете. Головалкаем. Пацаны, пацаны, я же могу теперь быть невидимый и летать по всей... А, стойте, 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 стойте. Я только что видел кое-кого. Кого? Кое-кого. Так, 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 так. Вы меня. Слышь? Хи-хи-хи-хи!
Димас меня не найдет. Ну блин! Ну блин, они конченые все тут-то какие-то. О, взял эту какаху. Так аниматроник возьми или чужого. Не, чужой потом уже будет. Давайте вот этот побыстрее будет и бьет побыстрее. Серега, я не могу бить в воздухе, почему? Потому что ты прыгаешь, руки. Да вверх. Не, на руки а, вниз выше. Опускай. Чтобы, нет, ты руки вверх поднимаешь, чтобы выше прыгать. Серега, я видел тебя, я буду бить стекла. Видишь, как ты выбежал? Это не я. А, это не ты, вы тут все... Я тут прячусь, это, меня еще ты не нашел, Димас, я просто стою. Я Бэби Йоду тут видел. А, ты где-то... Это не я, это какой-то челик взял тоже Бэби Йоду. Бэби Йодла. Настоящая Бэби Падла. Да я сейчас найду этого, я не могу... Стой, кого-то видел... А, это корзина вонючая, с гамном упала. Тут жизнь, это реально какой-то режим жизни, бензопила, да? Это карта с CSGO. Было бы классно такой режим, где надо первому найти бензопилу, кто ее находит, мимочит других. А мы можем сами такой режим сделать. А что-то даже на карту из постела напоминает второго, там тоже есть торговый центр. Хорошо, Серега, ты был прав, что надо мне брать чужого. Вот, бегите, глупцы, бегите, глупцы! А вот теперь, Сережечка, а вот теперь... О, я сейчас в тебя вселюсь, чтобы тебя замочили. Меня? Да. Тут жопа какая, ручка летает. Летающая жопа с ручкой. О, собака-робот бегает. Вижу, вон вижу, он, вижу, Димас вижу, ползет. Вижу. Вон он, Димас ползет, я вижу. Я вижу, уби... Бежит, 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 опа! Остановился. Слышь, ля крыса, ты где? Да блин! Беги в спанчбу! Да как ты меня видишь, а я тебя не вижу? Блин! Ну серьезно! Блин, я не могу его... Эй, жопа вонючая, голова об стенку бью! Беги в спанчбу! Беги! Да блин! Ты за рыбака! А, он с Матьбобом вселился, мочите. 10 секунд. Нет. Один. Мочите. Мочите Матьбоба. Три. Четыре. Пять. Шесть. С ракеты. Семь. Восемь. Девять. Десять. Не? Не будешь убиваться? Ой, балбес. Я даю еще шанс, может все-таки он... О. Убедись, ё-моё. Спасешь нас всех. О, что это произошло? У меня жизни выдаются. А теперь я пёсик. А чё, у меня жизни много? Ничего не по жизни растут. Бак. Йода, ты человек? Вот. Соломака! Соломака! Серега, у тебя Бэби Йодла. Где? Ну ты, у тебя скин Бэби Йода, да? Да, Серега? Да, найди меня сначала. Я что-то ищу тебя, а ты не хочешь находиться. А дай подсказку, где... ты на улице или в помещении? А на улицу никак нельзя выйти. Я в помещении. Так, первый где... этаж или второй? Где-то. А, вот он прыгнет. Так я его вижу, он тут где-то ходит. Так вы, я крыса, сидите, приходите, выходите. Так они тут бегают, я один тут сижу. Ну хотя чумы тоже где-то. Так тебя тут нету. Так я есть, у меня. Вот ты. Вот ты, вот ты, вот ты. Нет, это не ты. Так как попасть, если вы такие маленькие? А хитбокс у нас как у больших у Бэби Йоды. А вот Бэби... А, да? Да. А вот у собак уже маленький. Так, давайте будем выслеживать хоть кого-то. Ой. Пацаны, вам хана. Он нам тяжело взял. Так, я Сережку ищу, ищем Серегу. Так. Я так и не найду тебя, наверное. Давай эта серия, я так понимаю. Вторая серия, ищем Серегу. Так давай хоть выходи, ты ссыкун. Прятки же. Так будь мужиком, так давай битву сделаем. Выживи или умри. Вот ты где, я знаю где ты. Серега, не выходи, не выходи. Вот здесь ты сидишь где-то. Блин, а карта с приколами, да? Я не знаю, где ты вылез, но меня там нету. Да нет, ты тут есть.
Ты вылез не там, где я полагал. А да? Так тут джунгли вонючие, не? О, Серега, я знаю, как я тебя сожру. Сиди, а я буду идти жбать кнопку по кругу карты и тебя сожру. Да. Ребята, ищем, пилингуем Серегу, нажимаем кнопку атаки. И когда Серега будет в радиусе моего убийства, я его сожру. Смотрите, первый пошел. Отлично. Данил топ, минус один. Эй, я тут не играю. Я играю так. Сейчас. А давайте, используйте тогда оружие против меня, если вы не сопляки. Да без бой, сейчас. Серега, я тебя реально не могу найти. Сдаешься? Нет. Я а хочу. Если найдешь, я все взорву. Не, давай сначала тебя найду. Найди сначала, я же говорю, как найдешь, я все взорву. А ты в центре карты или сбоку? Ну, можно сказать, что и в центре, что и сбоку. Данил топ, ну что ты, все сидят на нычке, а ты проигрываешь. Я бегаю от тебя. Вижу. А, говно нашел меня. Серега, это ты был? А, я вылез. Ля-ля-ля-ля-ля. Я лучший игрок в Гаррис мод. Нет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!